Уютного дня, друзья! С вами Елена Карцева, и в этом уроке мы с вами сделаем вот такое уютное весеннее сердечко. Ссылку на скачивание этой схемы, а также на список всех необходимых материалов я оставлю под этим видео. Итак, начнем. Сначала я переношу рисунок на ткань при помощи копировальной бумаги. Эскиз и копировальную бумагу я фиксирую при помощи малярного скотча. Затем при помощи карандаша я обвожу по внешнему краю сердечко и сам подснежник. И обратите внимание, что сердечко, нарисованное пунктирной линией, я не обвожу, так как это линия будущего шва. После того, как я обвела подснежник и сердечко, я убираю копировальную бумагу и эскиз. И теперь можно заправить ткань в пяльцы и приступить к вышивке. Для вышивки я буду использовать Молине бренда DMS. Также в карте цветов я указала соответствие для ниток ПНК и гаммы. И сначала я начинаю вышивать бутон подснежника. Я вышиваю его в две нитки стежком «Атласная гладь». Затем я вышиваю стебель стебельчатым стежком. Я вышиваю его также в две нитки.
И основание бутона я тоже вышиваю зелеными нитками атласной гладью. И осталось вышить листья. Их я вышиваю длинными и короткими стежками в две нитки. И после того, как я вышила подснежник, я по контуру вырезаю сердечко. Затем я кладу это сердечко на второй отрезок ткани, лицевой стороной внутрь, и прикалываю его при помощи булавок. И также на этом этапе я вставляю внутрь ажурную тесьму, чтобы сделать петельку для сердечка. И сейчас я соединяю сердечко и второй отрезок ткани при помощи стежка назад иголка. Если у вас есть швейная машинка, то, конечно, этот этап можно сделать на ней. Итак, я сделала строчку по контуру, оставив небольшое отверстие для того, чтобы можно было вывернуть наше сердечко. И сейчас можно срезать лишнюю ткань. После того, как я срезала лишнюю ткань, я делаю небольшие надрезы на верхней части сердечка. Это нужно сделать для того, чтобы ткань не стягивала, когда мы вывернем наше сердечко на лицевую сторону. И также немножко подрезаю кончик сердечка, чтобы он не давал лишнюю толщину. И теперь мы уже можем вывернуть наше сердечко на лицевую сторону.
Свое сердечко я набиваю синтепухом. Я не набиваю наполнитель очень плотно, а просто задаю небольшой объем для сердечка. Также такое сердечко можно добавить немного ароматных трав и использовать его как саше. И сейчас я делаю строчку простыми стежками по всему контуру сердечка. И чтобы наполнитель или травы не высыпались через отверстие, я зашиваю его потайным стежком. И вот такое уютное сердечко у нас получилось. Если остались какие-то вопросы, то вы можете писать их под этим видео. Хорошего вам дня!